Спросите, что я тут забыл? Да я не знаю даже, просто захотелось. История недолгая, но рассказывать не хочу. Как-то впадло даже. Я не знаю, что я здесь забыл даже. Вот не знаю, просто захотелось сюда. Вот даже Марис такой. Да он даже не знает, что он хочет. Что он хочет от меня? Короче, начало Wolf Tales в такой же донатной игре. Я не знаю. Может, она лучше, чем Wildcraft. Может, хуже, я не знаю. Все равно Wildcraft не такой крутой. Ладно, Wolf Tales. Пока все на английском. Жалко, нету автоматического поставления русского. Поставления, господи. Надо мне за ногу учить русский язык. Правила русского языка. Ай, так. Wildlands, so dangerous, mystical place, so wild. Территории, happiness, violence, land. Короче, здесь какие-то данжи, шманжи. В этом мире нужно выживать на этом острове. Какие-то легендарные серые волки. Что-то там, еду искали вроде в натуральной среде, а Ховевер что-то еще, Грейт Ривер, это вроде, я не знаю, кто-то. Что-то связанное с животными вижу, Эйвен, Грейт. Но здесь история какая-то, мне даже не интересно, вот. Скалолазание в горах и пещерах, что-то ищут серые волки, но что-то не хотели. О, это я! О, кошка! Кошка! Ненавижу кошек! Они меня в сапиенсе уже достали! Так, стоп. Мать, ты поможешь? Ясно все с тобой, мамаша. Очень добрая мамаша. Детеныш, иди убей взрослую кошку. Вот это я на превью точно поставлю. Так, на управление к нему можно будет привыкнуть. Вот оно мне нравится. Так, это что, мы в стайлсе? Не стайлс? Обалдеть! Мелкий убивает кошака! Какие-то ability potions. You have a new ability level, new ability. Let's unlock a new ability. Короче, новые способности открывать надо. Нажми, чтобы разблокировать способность. Ну вот разблокировал. Надо поставить. Так, новую... Ох, ё-моё! Это что за чёрная дыра такая? Охренеть! О, чёрная кошка! Кошка чёрная! Чёрная кошка. Так, они всемирные получаются? Или есть какие-то принципы, по которым они начинают атаковать? Так, так, кошка! Кошка, ты много себе позволяешь! Лови чёрную дыру! Южу, ага, очки опыта, чем больше у тебя уровень, тем больше нужно очков опыта. О, я вырос, даже стадии не было такой маленькой. Моментально вырос. Но пока мне понравилось управление, вот управление лучше, чем в Wildcraft, признаюсь честно. So you freeze quest objective. Here is your quest in progress, ага, нажми, чтобы забрать ресурсы. Ну, забираем. Чё? Да блин, мне Геншин здесь не нужно вообще! Ладно. Ивори, самка. Ага. Ага. Ну, я не знаю. Оставить самца сделать или самка все-таки оставить? Да без разницы уже. Как получится, так сделаем. Ну не, красиво. Так, 15 какой-то редко ресурсы и 15 досок. Круто. Тут, значит, прям миссии нужно делать. Ладно, с управлением пока я хочу посмотреть. Ох, ё-моё, прыжочки. А вот этого как раз таки в Wildcraft не хватает. Офигенные прыжки. Вот, не, вот это уже получше. Вот это уже лучше, я признаюсь честно. Прыжки, боже мой! Вот они нормальные прыжки. Так, а с этим что делать? Тебя выкопать, вот что это такое? Тебя укусить надо, лишь что с тобой делать? Ладно, в задницу это все, в задницу. Вот только попробуйте сказать! Так, спасибо. А, магазинчик. Ну, за рекламу надо забирать вещи, ну понятно, понятно с вами. 7 дней заходи и получи вот этого... сине-белого волчару, который на самом деле не знаю кто.
История. Ну, то, что недавно получил. Ага. Не жирно ли вам? Вот не жирно ли вам? Сотый уровень за драконов. Кто? Реально кто-то есть такие? Так, эмоции. Что с этим делать? Так, профессионалы, только не надо ржать надо мной. Вы все были, блин, новичками. Все вы были новичками. Ладно, потом научимся. Так, о, кролик, кролик, кролик. Давай, кролик, кусать, кусать, хабать. Чё ты маленький угол, ладно. Хаваем. Я не знаю, почему мне здесь даже больше нравится эта механика, чем в Вайлдкрафте. Вот прям без шуточек. Обалдеть. И только долго, долго кроликов. Прям очень долго. Так, две Ability Potion. Ага. Ну чё, что-то прокачивать будем или пока не надо? Думаю, пока не надо. Так, ну с этим-то что делать? Ну, кусаем. Эмоции вообще. По часушке. Так, ладно, потом разберемся, как с этим дерьмом вообще. Ава-о, мы отхиливаемся. Таркет, вот прыжок, ну прыжок хороший, я могу сказать. Какая-то охота, Rabbit Hunt. Угу. Рекомендуется 5-й уровень. Здесь... Ладно, потом со всем этим разберемся. Возможно, если понравится данный выпуск, я буду снимать эту игру, но все равно не вижу совсем смысла. Если вам, конечно, понравится. Там какие-то кристаллы. Опять кости. Кости, кости, везде эти кости. О-о-о, надо было нажимать на картинку самой косточки. Понятно. Короче, такой выпуск. У меня есть условия. Если не хотите, чтобы я снимал Wolf Tales, делайте огромный актив под этим видео. Я пойму, что вы хотите Wolf Tales, вам он нравится, и буду его клепать до тех пор, пока не будет тошнить вас от него. Да, я такой. Короче, все зависит только от вас. Спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, не забывая нажимать на колокол, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Удачи, друзья, пока! И увидимся в следующем выпуске.